Всем гав! Вы на канале Песики ТВ. Ну что ж, мне надоело кормить куку обычным кормом. Да я думаю, что Гуге тоже он надоел. Поэтому сегодня мы приготовим что-то новое. Итак, на выбор у нас будет 3 крупы, которые выберет Гуга. Первая крупа будет гречка, второй крупой рис, а третья перловка. Гуга, еще рано выбирать. Итак, а вот именно сейчас Гугу что будет выбирать? Выбирай, Гугу. Я поняла, что Гуга просто не выберет, поэтому я положила тебе туда кусочек печенек. Гуга, выбирай! 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 Ну, Гуга, по крайней мере, тянулся к рису. Не знаю. Гуга, ты что, потерялся в выборе? Зайка мой. Гугусь, ну выбирай, давай. Вот это или вот это? Двинем ближе. Выбираешь гречку? Рис? Как мы поняли, он выбрал и гречку, и рис. Гугусь, рис? Оу. Как мы поняли, он выбрал рис. Гречка. Все? И все? А перловку точно не будешь? Гуга. Ты же мой хороший. Ну что ж, как мы поняли, Гуга выбрал изначально рис. И гречку. Только перловку. Ты не обожрёшься, Гук. Честно, план был, что он выберет гречку. Ну ладно, будем готовить рис. Так как миска у него небольшая, возьмем стаканчик воды. Ой, вот. Оу. Вот стакан риса. А тут уже кастрюля. Возьму, наверное, стакан 2 воды. Будем ждать, пока сварится. Ну что, ставим на кран крышкой. Мне камера немножко заплатила, но нормально. А заказчик этого блюда решил нас поспать, да? Ну ладно, пусть спит. Как я выяснила, тут надо его готовить. Надо его готовить. Ладно. Подожду, пока вода сильно прям помутнеет и станет, ну, таким более белым, что ли. Наваристым, короче. Норма это или нет? Надо мешать на... Ой, блин, камера подзапотела. Ну, не стал наваристым. Ладно. Место лишь сварился. Камера поначалу не подсветит. Мне только что уже сварилось. Тоже первую ложку. На звук вот этой прибежал наш дегустатор. Это же еще не все. Ну что ж, я положила полностью ему. Виляет хвостом, да. Сам выбрал рис. Будь он хороший. Ну теперь относим это на балкон остывать. Все еще горячий, поэтому мы не можем дать это Гуге. Думаю, прости, Гугу, что тебе придется подождать. Что ж. Гуга. Понесли. Прямо рядом. Мне теперь весь пол в рисе. Тихо, ну-ка. Сидеть. Гугу, сидеть. А Гугу все ждать. Ждать. Молодец. Сразу прям пошла есть. Ладно, не буду мешать, пусть поест. Ушел. По виду понятно, что было очень вкусно. Я покушал, Гугусь. Я думаю, что наше блюдо ему очень сильно понравилось. Даже слишком. Не надо двигать только тарелки. На этом наш ролик подходит к концу. Ставь лайк, подписывайся на канал. Пока-пока!